есть время потреблять, а право работать в этом регионе. Нарушителю не скрыться. Рейд «Трезвый водитель» прошел во всем регионе. В Барнауле сотрудники ГИБДД организовали пункт досмотра на улице Малахова. Они проверили 100% водителей, проезжавших на этом участке. В преддверии длинных праздничных выходных такая мера – необходимость. В 2019 году с участием водителям в состоянии опьянения, либо с водителями, отказавшимися от прохождения медицинского свидетельства на состояние опьянения, произошло 58 дорожно-транспортных происшествий, в которых 9 человек погибли. Рейд прошел с участием дорожной инспекции Общероссийского народного фронта и Народной дружины Барнаула. Нарушителям выписали штрафы, а водители, которые соблюдают правила дорожного движения, получили подарки в честь 23 февраля. Сегодня сотрудники госавтоинспекции города Барнаула проводят рейд. Методом сплошных проверок выявляются водители, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения. К ним принимаются меры административного воздействия. Остальные водители, которые не нарушают правила дорожного движения, у которых все в порядке с документацией, мы их поздравляем с наступающим 23 февраля. После трехчасового рейда сплошных проверок экипажи рассредоточились. За время операции «Трезвый водитель» сотрудники ГИБДД задержали 11 человек за рулем. А значит, предотвратили столько же аварий. Вадим Слюсарев, Анатолий Фукс. Новости.